типа нарезаете вокруг нее. А, то есть вот те, кто с сертификатом? Да. Как результаты? Ну, измерение закончилось. Давай прямо здесь подожди. На данном этапе диагноз остеопороз ставится не только методом исследования денситометрии, но и также непосредственно осмотром и клиническими проявлениями этого заболевания у пациента. Поэтому диагноз остеопороза ставится остеопатологом на основании лабораторных данных, на основании инструментальных методов исследования и клинических проявлений.